Мы на канале Надюшка ТВ. Вот. С вами. У нее тоже есть канал. И, кстати, мы у меня дома. Вот моя машина. Ой, правда, ой. Родителей дома нет. Это собачка. Я иду, просто Соня дома забыла телефон и пошла. Мне еще надо хлеб купить. Ну, мы, как сказать, Ксюшу встречаем. Я иду, как видите, третье видео за сегодня. Хочу сказать вам, сегодня 11 июля, но я так выставила, что получилось, что у меня на видео 10 июля, извините, я не 10-го вылаживала, его только вчера канал создала, а 11-го я начала видео вылаживать, я не знаю, сегодня, конечно, разберусь, и будет у нас 11 июля. Я даже не знаю, можно число еще поменять, что вообще выложу в 16-м году. Я вот на остановке, так что так, я сейчас зайду в магазин, а вы меня подождите, а то нельзя в магазине снимать, не разрешай. Вот Соня уже подошла. Я купила, что мне надо. Что, телефон? Не звонила еще? Я ей только позвонила, она уже вот подъезжает, так. Ага, вот так. Автобус. Потом мы сделаем, как сказать, рум-тур, где мы сейчас здесь находимся. Блин, прикольно как. Ютуб на шапочке. Ютуб на шапочке. И котик. Машина едет. Вот мы ждем Ксюшу. Ага. Не знаем, когда автобус приедет. А то он медленный, то летит, как не знаю, кем кто. А мы придумали способ, как снимать от своего лица. На фиферу. Просто вот так вот засовываешь на поп-сокет, прижимаешь одежку и вот, ля. Ага. А сейчас я прыгаю на колесе. Вот мои ключики, вот мой телефон. Она сейчас, Соня, не хочет снимать на свой канал. А у меня уже третий влог. Ага. И один подписчик. Да. Надо спросить еще у Ксюши. О, она едет! Ура! Ура! Побежали, ребят. Мы тут стоим. Стоим. Ждем. Сейчас автобус будет ехать. Вот она автобусе. Ой, автобус лучше не буду снимать. Летит. Вот автобус. Мусечка, давай говори. Всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске.